С Днем защитника Отечества сегодня поздравили заводчан. В преддверии 23 февраля для работников ПНТЗ, ветеранов войны и труда состоялся праздничный концерт. Традиционно в этот праздник мы поздравляем военнослужащих, их семьи, участников вооруженных конфликтов. И, конечно же, в юбилейный год Великой Победы отдельные слова поздравления и благодарности нашим ветеранам. Здоровья, благополучия и мирного неба над головой. С праздником! В преддверии Дня защитника Отечества большой праздничный концерт для горожан организовала группа ЧТПЗ. Чествуют тех, кто прошел Великую Отечественную войну и посвятил свою жизнь Новотрубному заводу. 14 человек, ветераны и труженики тыла, получают из рук главы города юбилейные медали к 75-летию Великой Победы. Самая старшая из них – Лукерия Павловна Скорочкина, сейчас ей 97 лет. 5 из них женщина пробыла на фронте и 32 года посвятила работе на ПНТЗ. Ветеран войны и труда стала основателем династии металлургов. На заводе у меня сын отработал на заводе. Сейчас внук из армии пришел, на завод устроился. Сейчас на него же вместе работает. Термистом работает, бригадиров подменяет.